пресса будет в себя включать три упражнения в одном цикле. Цикл номер один. Ножки согнуты, ручки скользят вдоль пяточек. До пяточек вдоль голени. Мы выполняем 50 повторений. Затем ложимся на бочок. Ручка идет за голову. И 50 таких вот наклончиков на одну сторону. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем на вторую сторону. То же самое. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 2. И третье у нас остается очень простое. Сгибаем ножку в коленочке, да? И ручки идут над ножкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 50. И то же самое повторяем на вторую ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, что в момент выполнения упражнения на пресс у меня происходит сгибание, когда два пальчика соединяются. То есть в наличии полное сокращение пресса. Да? Не нужно делать только одни плечи, чтобы не работать. Работает весь пресс. То есть, если поставить два пальчика, они соединяются. Пожмите.